Привет-привет! Мы на канале Кудряшка Лиза. И сегодня с Лизой мы будем играть с малышом. У нас появился новый малыш. Вот такой симпатичненький. Это девочка. Она вся в розовом. Интересная коробочка. Яркая. Сейчас мы откроем, посмотрим, что тут в наборе. Пополним коллекцию наших малышей. Да. Сейчас я достану. Да, вот малыш. Тут есть горшок, бутылочка и пустышка для малыша. А вот Лизе сразу нужна сосочка. Лизе нужна. Вот наш малыш. Он такой в полотенечке. Он готовится купаться. Давай мама достанет пустышку и бутылочку. Что это у тебя? Горшок? Надо посадить малыша на горшок, Лиза. Посади малыша на горшок. Давай. Вот пустышка малыша. Она на веревочке, чтобы он ее не потерял. И вот такая бутылочка для молока. На, все тебе. Можем снять полотенце с малыша. Вот тут он такой в трусиках и в кофточке. И сейчас снимем трусики и посадим малыша на горшок. Пусть сидит и писает. И дадим ему пустышку. Давай, пись-пись-пись. Говори, Лиза, малышу, пись-пись-пись. Да, он туда писает. Он уже взрослый малыш. Он уже учится ходить на горшок, а не в памперс. У него даже памперса нет, только горшок. Так, тут показано еще, как можно полотенце на ребенке застегивать на картинках. Да, интересный малышок у нас сегодня. Куда мы его посадим? Мы можем его посадить вот сюда, к малышам. У нас тут уже много малышей. Все они красивые. И мальчики, и девочки. А это что, Лиза? Это от какого малыша полотенце такое красивое с мишкой? Наверное, от этого? Надо ему одеть полотенечко вот так. А Лиза все на горшок пупсика садит. Кто это? Мишка нарисован на кофточке? Мишка. Интересно, да, Лиза, что это мишка тут? Лиза, а что это у нас? Фен? Фен! И мы можем феном сушить волосы малышей после купания, чтобы они были сухие и им не было холодно в головку. Вот так вот можно посушить волосики. Их тут еще мало, они только растут. Лизе можно посушить волосики, ее кучеряшки. Такие у нас классные сегодня малыши были. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на наш канал. Пока-пока!